Выключать? Нет, выключать. Выключать? Выключать. Одновременно более 400 человек. Художественный руководитель. Художественный руководитель и главный дирижер госкапеллы России, народный артист России, лауреат государственных премий Российской Федерации, профессор Валерий Полянский. Хор Московской консерватории, художественный руководитель, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Станислав Калинин. Камерный хор Московской консерватории, художественный руководитель и дирижер, обладатель гранта президента Российской Федерации Александр Соловьев. Филармоническая хоровая капелла Ярославия, художественный руководитель профессор Владимир Контарев. Хор детской музыкальной хоровой школы «Пионерия» имени Георгия Струве, художественный руководитель Елена Беременко. Уважаемые дамы и господа, мы вновь напомним вам о подключении средств мобильной связи на время программы. Благодарим вас. Густав Малер, симфония номер 8, ми-бемоль-мажор для солистов хора мальчиков, смешанных хоров и оркестра. Часть первая. Приди, дух животворящий. Часть вторая. Сцена второй части Фауста Гёте. Симфония исполняется без антракта. Солисты. Елена Евсеева, сопрано. Мария Сёмочкина, сопрано. Ольга Алексеев-Терновская, сопрано. Заслуженная артистка России Людмила Кузнецова, меццо-сопрано.
Татьяна Гайкушова, меццо-сопрано. Максим Сажин, тенор. Федор Соколов, баритон. Руслан Развеев, бас. Партия органа. Маргарита Королева. Дирижер Валерий Полянский.
Я
Oh!
Thank you.